Опа! И снова обзор. Продолжаем тестить доски. Сегодня у нас Альфа Инстинкт. Ну, Найдекер Альфа из серии Инстинкт. А, Альфа АПХ, извините. Джапоу. Сегодня что-то это Powder Day. Вон, все елки в снегу. Значит, Powder Day. Значит, надо брать паудерную доску. Вот, сейчас посмотрим, что это за зверь. Сейчас покатаем, посмотрим. В общем, вроде доска прикольная, но снег липкий, сегодня ничего никуда не едет. Ну что, в общем, за доску Джапоу. Она прикольная, так же, как и весь Вестон. Она очень торсионно жесткая, стабильная, очень хорошо рулится, дуги режет. Но сегодня есть, как говорится, одно но. Сегодня снег, который никуда не едет, к сожалению. То есть вот тут вот мы катали, условно, мягкий снег, но всю красоту этих досок пока что не раскрыть. Был бы мягкий снег минусовой, было бы хорошо. Вот, а так доски, прям мои почтения, очень крутые. Вот, это мы на Красном озере. Склон спортивный, то есть тут уклон такой, привет и здрасте. Подъемник немножко странный. Такой вот конфигурации, очень больный, но прикольный. Народ здесь сегодня и кататься не хочет. Здесь мы вон с Димоном только и катаем. Потому что мы умеем катать все практически. Сейчас возьмем что-нибудь другое. Например, что бы взять. Садись с подъемника. Вот, а сейчас я пойду, наверное, за хэтчетом. Очень прикольная доска, широкая 152 росол. Так, ну что, подопытный кролик номер 2 на сегодня у меня — это Western Hatchet. Как только что его назвали. Анальный каратель. Ну нет, такое YouTube не пропустит. В общем, убийца лыжников. Очень прикольная штука. Сейчас катнем. Очень веселая дощечка, прям вообще, и прыгать на ней прикольно, и покарвить, и вообще погонять. В общем, пушка. Торсионы также жесткие, как и весь Вестон. Еще из плюсов досок Вестон, у них верхнее покрытие матовое, и ботинок не скользит, то есть я поднимаюсь с выстегнутой задней ногой, она без наклейки. Нормально держит, не норм. Но это опять сейчас температура плюсовая, как минус будет, черт его знает. Ну что, сегодня завершились тесты наши вот этого всего хозяйства. В общем, хэтчет. Пушка — это та доска, которую хотят все. Потому что павлония и карбоновые стрингеры работают. 152 ростовка, мой рост 188, вес 88, она едет классно. И по мягкому, но единственное, там есть свои особенности. Так, сейчас мы тут утонем. Вот, крепкарбоновые были. Сизон, как говорится, та самая звездочка. То, что тогда по жесткому нифига не ехало, по мягкому едет прям круто. Там, кстати, еще и скользяк какой-то хитрый. Еще мне понравились крепы Орион. Сегодня тоже Димины крепы были.
очень комфортные. Вот прям капец какие комфортные. Из разряда хочу такие же. Вестон тоже сегодня катнули, смотрели, как она ведет себя по-мягкому. Тоже прикольно. Прыгается на них хорошо. Джапоу. Сегодня же вон паудер. Вон паудер же падает. Прикольная дичь. По мягкому снегу, я думаю, будет ехать очень круто. Ну и, собственно, Альфа, Инстинкт едет, собственно, так же, как и Бета. Так же хорошо. Это очень... Project X задешево. Че-че-че? Это Project X задешево. Да, Project X задешево. Вот, в общем, доски Вестон. Наше почтение, огонь. Из разряда хочется всю линейку. Жалко, Риджлайна не было. Это что-то а-ля Джонс флагшип. Вот, в общем, до скорого, до всех наших тестов, обзоров наших редких. Всем пока.